Сегодня мастерская идей «Наши руки не для скуки» предлагает мастер-класс по изготовлению поделки из соленого теста. Для соленого теста нам понадобится мука – 1 чашка, мелкая соль – 1 чашка и холодная вода – половина чашки. Смешиваем муку с солью и постепенно высыпаем в миску с водой. Интенсивно перемешиваем до образования достаточно крутого теста. Готовый комок теста нужно поместить в целлофановый пакет и убрать в холодильник минут на 20-30.